Тысячи демонстрантов вышли на улицы Тель-Авива, требуя от израильского правительства подписать соглашение об освобождении заложников, которых все еще удерживают в Газе. Родственники заложников заявили, что момент, когда можно сесть за стол переговоров и заключить соглашение, давно назрел. Хамас освободил 17 заложников в обмен на 39 палестинцев, содержавшихся в израильских тюрьмах в ходе временного перемирия в ноябре прошлого года. Около 100 заложников остаются в плену в Газе, но по оценкам израильских властей, по меньшей мере 30 из них погибли.